Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. В начале каждого месяца, первые 3 дня, обязательно проговаривайте волшебные слова на удачный месяц. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Начало нового месяца – это всегда новые начинания, когда каждый из нас может приступить к воплощению своих идей. Каждый человек в начале месяца задумывается, что этот месяц будет намного лучше. И каждый направляет свою энергию на решение своих задач. Именно начало месяца всегда людям дарит энергию активности, потому месяц должен быть активным. Ведь каждый человек хочет начать что-то новое, планирует, а что он успеет сделать за целый месяц. Если правильно себя подвести к тому, чтобы удачно начать новый месяц, то сама Вселенная будет вас подталкивать к активности, давать вам все необходимое, чтобы вы справились со всеми поставленными задачами на целый месяц. Ведь как начнете месяц, положив начало дела именно в этот месяц, вам будет даваться все легко, непринужденно, будто бы само собой. Не стоит в начале месяца взваливать на себя непосильную ношу и сразу себя перегружать как и физически, так и морально. Ведь перед вами не стоит задача выполнить сразу все планы в начале месяца, а потом полмесяца отдыхать. Нет. Двигайтесь правильно, постепенно. Обязательно думайте о своих планах, о своих идеях. Направляйте себя только на удачу и на решение всех своих проблем. И будьте уверены в том, что в начале месяца, когда вы себя настроите, вот то, что вы делаете, и даже если совсем для вас это не так, и вам кажется, что это глупости либо ошибки, забудьте об этом, потому что ваши идеи были для вас самыми лучшими и правильными, и вы об этом должны помнить. И только с таким настроем можно начинать новый месяц. А в противном случае, наоборот, Вселенная будет давать вам сомнения и тревоги, из-за чего в течение месяца вы можете не справиться с поставленными задачами. Итак, для того, чтобы себя настроить на удачный месяц, делается совершенно легкая практика. 1, 2, 3 числа каждого месяца. Можно 3 дня подряд, можно 1 день, неважно. Но достаточно просто. Когда вы проснетесь, то вы сразу должны сказать такие слова. Новый месяц наступил, путь удачи мне открыл. Пусть прошлый месяц все проблемы заберет, новый месяц мне счастье принесет. С удачей этот месяц начинаю, благополучно его завершаю. Вот эти слова говорим 3 раза. Все, этого достаточно. И вот посмотрите, что если проговаривать данные слова каждый месяц в начале, то обязательно для вас месяц будет очень деятельным, творческим, плодотворным, где вы сможете реализовать все свои желания, все свои планы. И новый месяц будет вам даваться легко и просто. Очень важно верить в то, что вы делаете, и сохранять спокойствие. Будьте оптимистичны, старайтесь направлять себя только на удачу, и вы посмотрите, что месяц обязательно принесет вам только успехи и счастье.